утро. Доброе утро, полтавчане. Приветствую моим друзьям, всем моим знакомым, всех, кто меня знает. И желаю, чтобы Полтава процветала всегда так, как она сейчас вот выглядит, как молодая девочка. Угощайтесь арбузиком. Возьмите арбуз. Спасибо. У нас сегодня вот, видите, кофе. Не с кофе начинается утро, а с арбузика. Ой-ой-ой. В программе «Доброе утро». Спасибо. Пожалуйста, на здоровье.